Соблюдение масочного режима и социальной дистанции – вынужденная мера для сохранения здоровья. В Махачкале сотрудники госавтоинспекции проводят разъяснительные беседы и раздают средства индивидуальной защиты. Аналогичные мероприятия ежедневно проходят на остановках общественного транспорта и на оживленных участках дорог. Так жителям напоминают о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и указом главы республики, сотрудники ГАИ применяют также меры административного воздействия.